что находится там. За границей нашего города. Начнем кинообзор с фэнтези от российских прокатчиков. В новом приключенческом фильме «Эбигейл» снялись перспективные молодые актеры, в том числе Риналь Мухаметов, Артем Ткаченко, Равшана Куркова. В картине сочетается стилистика стимпанка и атмосфера годов начала 20 века. В мире все иначе, чем кажется. В нем есть магия, скрытая от глаз. И она пробудилась в тебе. Юная девушка живет в заточении в закрытом городе, из которого много лет никому нельзя выходить. Эбигейл решает отправиться на поиски давно пропавшего папы и с удивлением обнаруживает, что ее родной город переполнен чудесами. Хотите узнать, на что способна эта рыжая волшебница? Берите детей и бегите покупать билеты в кино. На президента было совершено нападение. Майк Беннинг, вы арестованы за покушение на убийство президента Соединенных Штатов. Мы наблюдаем за падением ангела-хранителя президента. Разве не очевидно, меня подставили? «Падение ангела» — это продолжение картины «Падение Олимпа» и «Падение Лондона». В главной роли снова Джерард Батлер. Президента США сыграл Морган Фриман. Тебе не сбежать от нас. Ты не волнуйся. Я сам вас найду. В сиквеле главной целью террористов станет сам агент секретной службы Майкл Беннинг. Сможет ли супергерой снова спасти свою страну и ее лидера, узнаем в кино. На штат Флорида надвигается ураган 5-й категории. Берите своих родных, любимых и уезжайте. Мы не сможем до вас добраться. Режиссер Александр Ажа, снявший ремейк «Пираньи» и «У холмов есть глаза», возвращается к излюбленному жанру фильма-катастрофы. Он загоняет героев в лабиринты домашнего подвала и добавляет в опасную ситуацию беспощадных хищников. Дуэту отчаянной дочери и отца предстоит не только выжить в пятибалльном урагане, но и не попасть в зубы огромным аллигаторам. Пущего ужаса зрителям добавляет тот факт, что идея фильма основана на реальных событиях с аллигаторами во время урагана Флоренс. Удастся ли отцу и дочери спастись, узнают самые смелые кинозрители. Летом вас ждет путешествие в невероятный мир, где все странное приветствуется, необычное считается необыкновенным, а красота не всегда подвластна взору. Семейный мультфильм «Куклы с характером» поднимает вечные темы дружбы, красоты и их места в мире. Все это упаковано в формате красочного и очаровательного мюзикла. Это классическая история про неудачников, которые учатся любить и принимать себя и друг друга. Институт совершенства? Что такое совершенство? Не знаю. Пойдем поздороваемся. Привет! Может, это так принято?